Асжан Денис – турецкий актер, певец, режиссер и сценарист, чья популярность распространяется далеко за границами родной страны. Блестящая карьера стала доказательством того, что вера в себя и настойчивость сворачивает горы. Актер и певец успешен в творчестве и в личной жизни. Личная жизнь знаменитости довольно насыщена, что неудивительно. В 1991 году женой Дениса стала актриса Хандан Денис. Но в молодости артист не сумел сохранить отношения, брак длился до 2000 года, а затем последовал развод. Позже Аджан начал встречаться с артисткой Фахрия Эвджен. Поговаривает даже, что дело шло к свадьбе, но в 2013 году пара вдруг объявила об окончании отношений. 15 марта 2018 года он удивил своих фанатов, ведь заговорил о свадьбе со знаменитостью Фейзой Актан. Церемония бракосочетания проходила в кругу близких друзей и родственников в доме Дениса в Стамбуле. Еще до озвучивания вопроса, готова ли Фейза стать женой актера, от волнения она ответила «да». Как выяснилось позднее, на момент заключения брака Фейза была беременна. Первенец родился в конце апреля 2018 года. Сыну присвоили фамилию отца, мальчика зовут Кузей Денис. Однако спустя год у пары произошел разлад в отношениях. Летом 2019 года стало об их разводе. На сегодняшний день мужчина не состоит в отношениях.